Легким движением руки ремонт превращается в лазерное шоу. Ладно, на самом деле такая подсветка супер полезна. Она заменяет уровень. Ориентируясь на круги, даже новичок сделает идеальное отверстие, которое будет строго перпендикулярно стене или заготовке. Да еще и кривизну рабочей поверхности учтет. Цвет кругов настраивается красный либо зеленый. Каждый день пишут разработчики, что-нибудь сверлят 100 миллионов человек. Если среди них и ваши знакомые, теперь вы знаете, чем их порадовать. Называется эта разработка Bullseye Borecore, а продается за $130. Маска Vulcan EVO 360 тоже достойна сегодняшнего выпуска. Она не просто очищает до 99,8% поступающего воздуха, но и приятно его охлаждает, поскольку 20% воздуха подается в зону лба. В зависимости от режима маска работает до 18 часов. В комплекте идут 27 фильтров и стальная искрогасительная сетка. Производитель гарантирует защиту от паров, газов, дыма, аэрозолей и пыли. Маска получила сертификат ATEX, то есть подходит для работы во взрывоопасной среде. А на прозрачное забрало клеится защитная пленка, прямо как в гоночных шлемах. Маска весит скромные 2 килограмма и продается за нескромные $3,500. В обзорах Cotrex называют отличной покупкой для самодельщиков. Лезвие этого ножа вибрирует со скоростью до 40 тысяч раз в секунду, и потому резко пойдет не только быстрее, но и легче. МДФ, акрил, кожа, да хоть карбон, нож справится. Если работы предстоит много, не беда, нож Cotrex уже в базовом комплекте идет с лезвиями 5 разных типов. Причем классических лезвий кладут аж 40 штук. Все это так понравилось обитателям Kickstarter, что нож собрал около $300 000 инвестиций и встречается теперь от США до Южной Кореи. Цена с Kickstarter — $409 за базовый комплект. Winkler Technic PDF System — это история не про PDF-файлы, а про теплые полы. Данное устройство помогает с укладкой изоляционной ленты. Неплохое решение, если работы ведутся на площади более 6 квадратных метров. Использовать можно, например, ленту PDF-i толщиной 4 мм, стандартный вариант — рулон на 25 метров. Работать с лентой намного проще, чем с защитными рукавами. Мастер без проблем справится в одиночку. Интересно, почему цена доступна только по запросу? Вот так видит ручную пилу по гипсокартону компания Wolfcraft. За счет диаметра в 5 мм инструмент пригодится для работы с углублениями и небольшими отверстиями произвольных форм. Один из типичных сценариев — установка розеток и выключателей. Специальный наконечник позволяет вкручивать пилу в гипсокартон, словно саморез. Двухкомпонентная рукоятка удобна и обеспечивает отменный контроль. Общая длина инструмента — 275 мм, рабочая — 175 мм. Как считаете, неплохо за $6? Elrock больше четверти века делает инструменты для зачистки и подготовки кабелей низкого, среднего и высокого напряжения. Давайте посмотрим, как они упрощают работу. К примеру, CWB-1244 помогает снять неотделяемый полупроводящий слой без применения силиконовой смазки. Рабочий диаметр инструмента вынесен в название от 12 до 44 мм. Толщина снимаемого слоя регулируется шагом в 0,1 мм. С инструментом CWB-1860 примерно та же история. Догадайтесь, каков его рабочий диаметр? А более компактный инструмент, навевающий мысли о научной фантастике, называется J1R1. Он позволяет снять изоляцию и оболочку с кабелей диаметром от 6 до 21 мм.
Системе e-book доверяют чистильщики, установщики солнечных панелей и спутниковых антенн, кровельщики и много кто еще. Она монтируется менее чем за 15 минут без гвоздей и шурупов. В стандартном исполнении выдерживает до 8 человек весом до 141 кг каждый. E-book успешно протестировали в независимой лаборатории, аккредитованной по стандарту ISO 17025. Разработчики заявляют, защита от падений стопроцентная. А пользоваться системой настолько комфортно, что производительность вырастает примерно на 30%. Хотя бы потому, что e-book предлагает десятки точек крепления. Весьма полезная опция для сложных многоскатных крыш. Не менее полезен и хобот слона. Так называется это устройство. В исполнении фирмы GTM Professional он удерживает садовые инструменты весом до 8 кг и подходит практически для всего, кроме цепных пил. Носят такой хобот на спине, словно рюкзак. Инструменты крепятся на стальном тросе и при необходимости поднимаются выше уровня плеч. Хобот уже одобрили профессиональные садоводы, а общие продажи ушли за 10 тысяч штук. Модель Elephants Trunk 3 стоит $405.5. По прогнозам экспертов, к концу этого десятилетия мы сможем ежегодно ставить солнечных панелей суммарной мощностью в 1 тераватт. Представьте, сколько это в штуках. Хорошо, что на рынке есть подъемная система Shuttle. Она идеальна для работы с солнечными панелями. Можно поднимать по 2 штуки за один раз, причем всего за 10 секунд. Контроль простой, потребуется только дрель. Максимальная нагрузка Shuttle – 60 кг. Система с рабочей высотой в 11,2 метра стоит $6300. Скоростей у Makita XSA-01 – 4, насадок в комплекте – 5, а сценариев применения – великое множество. В том числе потому, что инструмент довольно компактен и при длине 18 см удобен даже в тесных пространствах. Makita XSA-01 – незаменимый боец с пылью, паутиной, опилками и мусором. Он разгоняет воздух до 719 км в час. А на аккумуляторе системы 18 Вольт LXT емкостью 6 ампер-часов работает до 55 минут. Приобрести инструмент без аккумулятора можно за $194. В Makagic Intelligent сделали первые в мире умные тиски. Теперь это не какой-то там инструмент, а комплексные, интеллектуальные и универсальные решения для энтузиастов, творцов и мыслителей. Выставляем настройки, и тиски сами остановятся, когда достигнут нужного усилия зажима. Данные выводятся на OLED-экран. Еще разработчики предлагают дополнительные модули, вентилятор, диодное освещение и все такое. Питание обеспечивает встроенная батарея на 4400 мАч. Называются тиски Makagic VS01, а продаются по $149. Более классическая штука безумной начинки – кондуктор Crack 720 Pro. Это профессиональное решение позволяет работать с заготовками толщиной от 13 до 38 мм. Зажим тут, кстати, Automax, так что заготовка фиксируется в одно движение и не скользит. За это спасибо покрытию Grip Max. Кондуктор позволяет подключить пылесос. Снизу есть отсек для хранения, а еще Crack 720 Pro отлично сочетается с док-станцией Crack, которая делает работу комфортнее. Комплект из двух этих предметов обойдется в $150. Полезную, как минимум для охотников, штуку продает компания Ameristep. Это ступенька, которая вкручивается прямо в ствол дерева. Заявлено, что она выдержит 340 кг нагрузки. Если под рукой нет инструментов, вкрутить ее можно и вручную. Просто, удобно и по $4 за штуку. Заодно Ameristep предлагает маскировочные пончо, зонты и все такое. We'll be right back.
Не менее гениальная идея от компании «Титан» – малярный валик плюс краска-пульт. Гибрид отлично сочетается с удлинителями «Макси» длиной до 180 см, так что выручит и с потолками, и с фасадами. Процесс пойдет вчетверо быстрее, даже если рабочие не слишком опытные. Валик снимается. При необходимости конструкция дополняется направляющим колесом. Базовый комплект без удлинителя с валиком шириной 23 см и распылительной головкой стоит $223. На очереди сразу несколько стрэппинг-машин. Они нужны для обвязки вот такими лентами. Машина модели «Циклоп CMT-250» скрепляет ленты вибросваркой и работает от аккумулятора, избавляет возни с проводами. Кстати, полного заряда хватит на 400 циклов обвязки. «Циклоп CMT-250» – хороший вариант для работы одной рукой. Во-первых, натяжение регулируется автоматически, а во-вторых, вместе с батареей «Циклоп CMT-250» весит меньше 4 кг. Стоит такая машина – $2350. Похожий вариант под названием «Helios H45L» обойдется дешевле – в $1842. Однако и предложит не 400, а 300 циклов. Эта силиконовая крышка стоит всего $4, а нервов спасает на миллион. Больше никаких пятен и потеков. Более того, носик можно убрать в выемку, и получится обычная крышка. Уплотнение достаточно герметичное, чтобы краска или морилка не сохли. Банки с такими крышками без проблем стоят друг на дружке. Версий у крышки несколько, например, под банки емкостью 3,8 литра. Заявлено, что прокачать можно большинство пластиковых и металлических банок. Главное, чтобы краска или морилка были на водной основе. В 2021 году в Steel отчитались о рекордной выручке свыше $5,4 млрд. Но чему удивляться, если даже простой инструмент для заточки компания продает за $25. С другой стороны, цена взята не с потолка. Перед нами универсальное решение. В инструменте три разных лезвия, так что он подходит для ножниц, секаторов, топоров, ножей и много чего еще. Плюс лезвия сделаны из карбида вольфрама и получили алмазную заточку. Ну а яркая полимерная рукоятка позволит быстро найти инструмент в ящике или сумке. Этот разбрасыватель – не что иное, как революция в уходе за газонами, уверен продавец. За скромные $70 он сильно упростит работу с торфом, компостом, почвой и мульчей. Ширины в 61 см и емкости в 76 литров вполне хватит для комфортной работы даже на больших площадях. Точность встречается с удобством, а покупатели – с советами по уходу за газоном, который продавец разместил онлайн под характеристиками разбрасывателя. Финал выпуска достался толкателю BAU Push Pro. Он помогает безопаснее работать с циркулярной пилой. Фокус в том, что сменные наконечники из жесткой эво-пены достаточно прочны, чтобы удерживать заготовку, но при встрече с пильным диском легко прорезаются, не повреждая его и не провоцируя град осколков. К тому же BAU Push Pro поглощает вибрации, не оставляет на заготовках следов и не скользит. В исполнении PP1 толкатель стоит $20.